Пограничная служба Литвы фиксирует всплеск нелегальной миграции из Беларуси. С августа прошлого года 37 выходцев из этой страны незаконно пересекли границу в поисках политического убежища. Всего за тот же период литовские власти получили 142 таких прошения. Вильнюс одобрил исключительный порядок для прибытия в страну белорусов по гуманитарным причинам. Откуда вы пришли? Из Беларуси. Я прошу политическую визу. Этот молодой нелегал боится преследований на родине. С собой он взял только самое необходимое. Я человек, курящий сигареты, куртка, майка, ну и все как бы. Облегчение колоссальное, потому что, ну, я ушел от всего того ужаса, который происходил. На участника протестов Германа Снежкова на родине заведено уголовное дело за сопротивление сотруднику органов внутренних дел. По данной статье ему грозит до 5 лет тюремного заключения. Иногда встречаю здесь местных людей, им иногда даже нас трудно понять. Они, у них может быть ностальгия как по какому-то советскому прошлому. Они или забыли, или уже не понимают, что такое несвобода. Всего в Беларуси по протестным делам на длительные тюремные сроки осуждены более 400 человек, выступивших против фальсификации на президентских выборах в августе прошлого года. Участники манифестации столкнулись с беспрецедентным уровнем насилия. Сотни человек пострадали, еще как минимум 6 погибли.